музыка там льется постоянно. Потому что хвалит Господа и листочек, и травинка, и птичка, и каждое животное, которое я там видела, оно все хвалит Бога. Музыка, можно сказать, малиновый звон. Вот это вот малиновый звон, который вдохновляет, который, если бы там были болезни, я бы сказала, что исцеляет. Но там нет болезней. Но это прекрасная мелодия, она и сейчас часто звучит у меня в ушах. Но я была и в аду. И там молодежь наша, юноши и девушки. Когда я сегодня иду по улицам, и я слышу хард-рок и все производные рока, мне хочется плакать, мне хочется стучать к вам. Зачем вы славите дьявола? Это его музыка. Это она звучит в аду. Это под эту музыку истязают ближнего. Это же, друзья мои, отрекитесь. Через эту музыку. Правда. Музыка там льется, потому что хвалит Господа. И листочек, и травинка, и птичка, и каждое животное, которое я там видела, оно все хвалит Бога. Музыка, можно сказать, малиновый звон. Вот это вот малиновый звон, который вдохновляет, который, если бы там были болезни, я бы сказала, что исцеляет. Но там нет болезней. Но это прекрасная мелодия, она и сейчас часто звучит у меня в ушах. Но я была и в аду. И там молодежь наша, юноши и девушки. Когда я сегодня иду по улицам, и я слышу хард-рок, и все производные рока, мне хочется плакать, мне хочется стучать к вам. Зачем